Как дела, народ? Это Джей, и сегодня я буду играть в игру на моей зеркалке. Перед тем, как вы начнете спрашивать, да, у вас в камере должен быть установлен Magic Lantern. Обычно для съемок моих видеороликов я использую свой Canon 550D. Сегодня я покажу вам самую бесполезную функцию в этой камере. На случай, если вы никогда не слышали про Arkanoid, это древняя аркада, разработанная в 1986 году. Вам дается ракетка, и вы должны не допустить падения мячика вниз экрана, при этом отбивая его вверх и разрушая блоки над вами. Я покажу вам, как вы можете играть в нее на вашей зеркалке. Войдите в меню Magic Lantern. Идите в игры и запустите Arkanoid. Начнется вот такая прикольная заставка, говорящая: Magic Lantern представляет Arkanoid для зеркальных фотоаппаратов. И вот сама игра. Кроме прочего, она еще и работает в режиме визирования по экрану, но не запускается, если вы снимаете видео. Вот насколько все просто. Просто установите Magic Lantern на свою камеру и можете играть в игрушку. Но помните, Magic Lantern — опасная программа и может повредить вашу камеру. Если вам понравилось, можете смело поделиться. Не забывайте подписываться и комментировать вот тут внизу. А я вернусь к вам так скоро, как только смогу. Не унывайте, ребята, всего вам. Пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин.